здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». И по старой доброй традиции, под аплодисменты зрительного зала, приглашаем в студию первую тройку игроков. Первая тройка в студию! Итак, за барабаном «Поле Чудес» первой тройки. Надежда Владимировна Ивлева, поселок Спартак. Грант Гарикович Манукян, город Мытищи. И Светлана Васильевна Келина, город Саранск. Что должен сказать мужчина, который специально для этого приехал сегодня сюда? Ну? Цветы в студию. Конечно! Человек специально приехал. Мы поговорим с вами сегодня о предмете, без которого жизни нет никакой. Поговорим сегодня о спорте. И поговорим по той причине, что в апреле 1896 года открылись летние Олимпийские игры в Афинах. Вот задание на первый тур. Во время летних тренировок норвежский биатлонист Магнар Сольберг отрабатывал точность стрельбы весьма оригинальным способом. По мнению тренера спортсмена, это упражнение помогало биатлонисту сконцентрировать внимание на мишени. Что он делал? Куда он ложился? Сектор плюс на барабане. О, везучая! Вы можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Первую. Откройте нам, пожалуйста, первую букву. Как вас зовут? Настя. Что ж, дружочек, вы взрослый человек, какая вы Настя? Анастасия, а как ваше отчество? Денисовна. Анастасия Денисовна, расскажите, пожалуйста, во-первых, кто это с вами приехал в удивительном каком-то наряде? Бабушка это Надя. Это бабушка? А что это бабушка Надя так оделась? Странно. Она с бабушками тоже поет, у них тоже такие наряды. Что вы говорите? А вы умеете петь? Да. Споете нам песню? Да. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню любила, про седого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты летишь за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Молодец, просто молодец. А вы бабушка? Да. Леонид Аркадьевич, я вообще, во-первых, пришла сюда не с пустыми руками. Что вы говорите? Да. Хотела бы для вас принести, чтобы вынесли гостинцы. Пожалуйста, гостинцы в студию. Как вас полюбили! Угощайтесь, пожалуйста, колбаса. Сейчас весна у нас, чтобы глаз вас радовал. Можно вас спросить об одном одолжении? Можно. Говорите, можно. То, что в бутылке пить нельзя. Говорите. Почему нельзя? Нельзя. Можно, можно. Даже нужно. Нужно. Я бы сама с удовольствием. Это пить я нельзя. С удовольствием сама, но я за барабаном. Вы посмотрите на эти лица. Они голодные. Это пить нельзя. Голодные. Причем, что, они голодные. Она... Вот опытный человек. Они голодные. Какое несчастье. Сосиски, небось, в целлофане. Сожру. Да, они. Это. И еще я вот сегодня такая, видите, красивая, нарядная. Это не просто так я сюда пришла. Я пришла со своим любимым коллективом. Пожалуйста. Oh,
800 очков. Буква А. Буква А. Откройте! Вы вообще знаете, что такое биатлон? Представляю. Вы видели когда? Ну, конечно, да? Видела. Да, хорошо. 400 очков. Ну, буква Е. Откройте! А вы сами спортом занимались когда-нибудь? Ну, в школе, конечно. И... Чем? Баскетболом? Баскетбол, да. Ага, я же вижу. Баскетбол, точно. Любимое мое занятие, да. А вы кроме школы что заканчивали? Кулинарную технику. Вы по каким блюдам? Ой, я люблю готовить. Первое, второе, третье. Ну, душа к чему лежала? Ну, вообще первое. Щи? Щи. Из кислой капусты? Из кислой, да. На копченостях? Совершенно верно. Да? Ой. Зря мы про это, зря. 450 очков. Буква К. Откройте! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Нам нужно будет выбрать шкатулочку, в которой деньги. Выбирай. Какую? Давай. Открывай. Угадала! Неси бабушке денежку. 450 очков, буква... Буква, пускай будет буква... 5 секунд на размышление. С. Буква С. Ваш черед, вперед. А это, простите, дочь? Да. Иди сюда, иди ко мне. Иди, дружочек, ко мне. Боже мой, какие гости. Как вас зовут? София. А папу зовут? Диан. Значит, вы София Грантовна, да? И значит, это ваш папа, да? Скажите, дружочек, что же вы умеете делать? Тут все, кто приходит, что-то умеют делать интересно. Шпагат. Шпагат. Шпагат вы умеете делать? Ну, идите на сцену. Беги. Феноменально. Потрясающе то, что вы сделали. Может быть, вы еще и петь умеете или стихи говорить? Спать поя, уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный миска лег в кровать, только слон не хочет спать. Головой кивает он, слез за них и свой поклон. Молодец. Я работаю на молочном комбинате. Мы, кстати, вам привезли подарки, тоже не с пустыми руками. Подарки в студию. А это вы делаете из отходов производства. А это лично подарок вам от нашей родственницы, тети Анжелы. Этим смазывают ботинки, говорит. Да-да, это не для... Это специально для вас, никому нельзя. Это для молока. Я к вам до этого лучше относился. Все, вы не ту бутылку-то хапнули. И полстакана налил, главное. Мельчает народ. Попозже скажете адрес завода, я заеду. На здоровье. 500 очков. Я... Думаю, что готов назвать слово. Давайте сделаем так. Повторите задание и называйте слово. Можно без фамилии, естественно. Да, биатлонист, который тренировался в летний период. И на чем он лежал, когда тренировался, чтобы сохранять концентрацию. Я думаю, что это муравейник. Абсолютно точно! И перед нами первый финалист. Здравствуйте. Я знала. Ой. Я делал все возможное, чтобы до вас дошел ход, но он перебил нас всех своей молочной продукцией. Ну ничего. Вы откуда? Я из города Саранска. Что делаете в Саранске? Что я делаю? Я преподаватель. Чего? Я учу деток вокалу. Вы училка? Училка, да. На самом деле я... Хотела поделиться своей интересной историей. Столько лет назад, значит, вот сейчас воспитанники мои будут выступать, дарить музыкальный привет. Я загадала желание на Новый год, когда была маленькой, хотела попасть сюда. И будучи вот сейчас здесь много-много лет, я здесь стою,
Вот мое желание исполнилось. Представляете? Верьте в чудеса! Нет, вот. Вы лукавите. Нет, я не лукавлю. Вы не хотите при всех говорить, у вас было другое желание. Нет, я не лукавлю. У вас было другое желание. Наверное, вас обнять, да? Детей в студию! Это торт, который мы сделали собственными руками, который символизирует ваш барабан. Вся наша творческая команда! Мы желаем вам, чтобы на вашем барабане в жизни всегда был только сектор приз. Я хочу, девочки, сделать вам подарок. Вы в финал вышли? Завидуй, пожалуйста. Это вам кружечки. Спасибо наши большое. Традиционные. Спасибо. Остальные подарки в студию. Сладкие. Вы знаете что? У нас тут есть один обычай. Ну, такая очень правильная, мне кажется, история. И вы не будете возражать. Рим. Детям. Давай, давай. От капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала. Подарки первой тройки игроков в студию! Вот! Вот! А это кто сидит? Это кто? Это что ли ваша сестра? А что же вы не говорите? Иди сюда. Иди ко мне. Иди, поди-ка. Подарок в студию! Это настоящий праздник участвовать в таком шоу. И получил много интересных эмоций и обязательно воспоминаний. Было интересно. Очень рад, что выиграл. Дорогие телезрители, если вы хотите стать участником программы «Поле чудес», отправьте смс с коротким словом «Поле» на номер 4445. Сыграйте в смс-игру. Условия проведения смс-игры на сайте Первого канала. Отправляйте смс-сообщение со словом «Поле» на номер 4445. Я жду вас здесь за барабаном «Поле чудес». И вновь в эфире капитал-шоу «Поле чудес». Вторая тройка. Наталья Геннадьевна Хожанина. Белгородская область, город Валуйки. Александр Александрович Колупанов, город Тамбов. Алевтина Ивановна Поля, город Томск. Победитель СМС-игры. Сан Саныч,
А, цветы в студию, конечно. Мне же мама перед игрой сказала, не забыть сказать. Вот человек специально приехал из Тамбова, чтобы подарить цветы. Кто, кроме него? Спасибо. Кто? О как, о как! Это вам. Спасибо. Удачной игры вам. Судя по всему, вы давно не виделись. А вот задание на второй тур. В 2000 году знаменитый чемпион по боксу Майк Тайсон, о котором вы, конечно, знаете, встречался с Джулиусом Фрэнсисом. И специалисты, и публика заранее отдавали победу, естественно, Тайсону. Одна известная английская газета даже оплатила рекламу, которую должны были разместить где? 800 очков. Буква А. Откройте букву А. Вас спросите, как зовут? Вера. А как же вас зовут вашего папу? Антон. Значит, вы Валерия Антоновна, правильно я говорю, да? А что, дружочек, вы умеете делать? Стихи считать. Прочитайте нам стишок. Угу. Давай, держи вот эту штуку, тебя будет слышно громко. Давайте. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый голосок, небо, речка, боя, и все мое родное. Всех на свете я люблю, это родина моя. Подарки в студию. Боже мой! Для приятного чаепития это варенье трех видов, клубничное, земляничное. Что это такое? Малиновая. Вот это? Это подарок от моего сына, от папы Леры Антона. Фонарик. Для того, чтобы, ну, на всякий случай выключить свет. И вот вдруг пригодится. Он в группе поддержки. В чай можно налить, капнуть для аромата. На ножки для уюта. Одеть тапочки вязаные. У вас муж есть, правда? Ну, конечно. Угу. А как же? И вы ему говорите, можно накапать. Вы с ним сколько живете? Вы бы с ним года не прожили. Дорогой мой, можно накапать это в рюмку. Ну, это ж не для мужа. Для мужа... Да? А мне, значит, накапать, а ему, значит, налить. Мне накапать, а ему налить. По желанию. Сектор приз на барабане. Решение. А, приз. Подождите. Там комиссия стоит. Ой, народ скупой. Ну, что поделать? Хотите рискнуть? Ну, наверное, да. Точно? Ну, мне главное, чтобы у вас осталось хорошее настроение. Я тут вообще ни при чем. Ну, хорошего настроения как бы гарантирую, конечно. Да? Да. Приз в студию. Я не азартный игрок. А вы, простите, кем работаете? А я пенсионер. А работала в связи. Электротехником связи. Электротехником? Сколько же лет вы проработали? 33 года. 33 года. Так получилось. Я представляю себе, какая зависть сейчас обуяет присутствующих, когда они узнают, какая у вас пенсия. 12 тысяч. Давайте я вам дам 3 пенсии. Хотите 3 пенсии? 36 тысяч. Не-не, стойте, только я с женщинами вообще не торгуюсь. Я пытаюсь хоть как-то возместить это. Спасибо. Ну, приз. Вы что ли отказываетесь? Ну, пока нет. От чего, простите? Вы от чего? Пока ни от чего не отказываюсь. А мне-то что делать, объясните? Пока приз. А что значит пока? Ну, вдруг он там... Вдруг что? Вдруг что-то еще, может быть, надбавить из-за государства. Я надбавлю? Приз вон там в ящике или деньги? Приз. Приз говорит? Приз говорит. Там что-то маленькое, крошечное. Лер, давай брать деньги. А вы... И то, и другое, понимаете, воспоминания. Надо сейчас решить, что дороже. Угу. Что быстрее разлетится, да, в дребезги. Разлетится. Могу ли я знать, у вас семья из кого состоит? 2 сына взрослых. У них у каждого семья и уже 4 внука. А вы живете с кем? С мужем. С мужем. А он тоже пенсионер? Еще пока нет. А он кем работает?
Машинист экскаватора. Ух ты! У него когда отпуск? У него отпуск зимой, в январе. Был, что ли? Был, что ли. А как зовут его начальника? Что, вы не знаете начальника мужа? Ой, да ну вылетело из головы. Вы начальник мужа! Да ну и что? Он так никогда не станет старшим экскаваторщиком. А там нет таких должностей. Надо знать фамилию, имя, отчество начальника экскаватора. Вы что? Это строительное управление? Где работает муж? У меня такое ощущение, что вы на допросе. Муж где работает? Сельхозпредприятие. Сельхозпредприятие. Начальник сельхозпредприятия как зовут? Одни клички знаю, кличку не скажу. А какая у него кличка? Не скажу. Муж без работы останется, вы что? А я сейчас обращаюсь к никому неизвестному начальнику сельхозпредприятия. Я прошу вас в порядке исключения предоставить отпуск этой молодой чете, потому что здесь... Не пугайте меня. Сертификат по Золотому кольцу России на двоих. Спасибо. И дайте возможность людям насладиться подарком с поля чудес, который нечестно здесь выиграли. Мы будем ждать. Вперед! А цветы можно забрать? Что? Цветы. Вы у него спрашиваете, он принес. Забирайте, конечно. А вы еще спросите, почем? А мы приветы не передали. А что же вы сделали все это время? Любимому-то мужу привет. И большой привет нашим любимым соседям. Пусть дорогу собирается. И огромный привет всей моей огромной родне. И Лера передаст привет кому? Мама, привет. Ну что, Айсан Айсаныч. Да, спасибо за цветы. Тут видите, какая история. Ровно посередине. Есть 450 очков, есть сектор плюс. Вы что выбираете? Я выбираю 450 очков. Вы потрясли меня сейчас. Может, я что не так сказал? Хорошо, давайте. Буква Н. Буква Н. Задание, напомните, пожалуйста. Что-то про рекламу, которая должна располагаться на каком-то очень интересном месте во время боксерского матча Тайсона и Фрэнсиса. А на каком интересном месте? Вот это мы и пытаемся выяснить. Не, мне интересно. Вперед, буквы Н там нету. Вы, заученец, идите сюда. Идите сюда. Вставайте. Вас как зовут? Ваня. Ваня. Значит, вы Иван. А отчество как ваше? Папу. Сергей. Иван Сергеевич, очень приятно. Леонид Аркадьевич, здрасте. Рассказывайте. Вот эта велеречивая, говорливая женщина, кем вам доводится? Баба. Баба? А вы что, вдвоем с бабушкой живете или с вами кто еще живет? Нет. Что нет? Мы не вдвоем живем. А кто еще живет? Мама и папа. Угу. Отец работает? Да. Где? Я не знаю. Угу. А мать? Не, в театре. Мама в театре? Да. Актриса? Да. Это какой такой театр? Я не знаю. Вы у мамы в театре были? Да, один раз. Что там давали? Какой спектакль? Вы, простите, сидели спиной к сцене? Нет. Но вы видели, что мама делает на сцене? Да. Она кого играла? Непонятно было. А, простите, как назывался спектакль? Не знаю. Угу. Ну, мама говорила что-нибудь? Да. На сцене? Да. Она с кем разговаривала? Попробуем вычислить. С мужиком. С мужиком? Они вдвоем на сцене были? Да. Угу. А как одеты были? По-зимнему. Это, простите, был детский спектакль? Нет. Взрослый? Да. А как она его называла? Не знаю. А он к ней как обращался? Нормально. Простите, а кроме вас в зале кто-нибудь еще был? Ну,
много людей. Они хлопали? Да. То есть они понимали, о чем шел разговор? Да. А вы? Нет. Но по сегодняшним временам у нас таких спектаклей много. Хорошо. Что вы умеете делать? Петь, стихи читать? Что вы умеете? Футбол играть. Скажите, пожалуйста, неординарный мальчик. Да. А у вас сколько детей? Одна дочь. И внук один? Да. Ага. А живете вы все? И муж один, и зять один. Любимый муж, Витя, видишь, я попала все-таки на поле чудес. Ты не верил. Большой тебе привет. Леша, любимый зять, тебе тоже привет. А сейчас можно гостинцев в студию? Леонид Аркадьевич, я вот думала, все-таки так надеялась попасть на передачу ближе к 7 апреля, к Благовещению. Это очень большой праздник, Благовещение, 7 апреля, который в числе. В этот день у меня день рождения. Я напекла пирогов, но, к сожалению, я промахнулась. Сегодня 13 апреля. Поэтому я хотела бы угостить всех, кого можно, пирогами. Ну, бутафорский есть там тоже, но немножко. И вот во второй корзине очень уникальный продукт, который производится только в нашем городе. Это кедровое молочко. Вот в коробочке есть даже для кормящих матерей, если что, там вот в коробочке кедровое молочко. Да, 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 да. Я хочу, чтобы вы прям попробовали. Можно я? Я? Да. Ну нет. Ну и можно не его, может другое. Нет, я может, хочу. Может вместе, если боитесь, я могу. Чего этого бояться? Ну попробуйте, пожалуйста. Я, конечно, для кормящих матерей, что же. Вот который в коробочке. И закусить можно пирогом там, с брусникой, со смородиной, с маком. Простите, вот больше в мире нигде нет вообще, только если, в нашем городе. Если я это выпью, я скольких смогу потом накормить? Ну, хоть одного, может быть. А надо пирожком закусить. Вы уверены, что это целиком надо было пить, а не по чайной ложечке? Нормально. Уже нормально. Я захотел жениться. Иван Григорьевич Кляйн, вам привет большой. И спасибо за ваше отношение к нам. Что-то я выпил. Что-то я... Иван Григорьевич, большой привет вам с поля чудес. Спасибо за ваше чуткое отношение ко всем нам-то мячам, ко мне лично. 350 очков, буква. И. Да. Нет такой буквы, да? О чем вы говорите? Леонид Аркадьевич, да. Я просто не с того начал. Мама мне предупреждала, что когда вы спросите, нужно объявить цветы в студию. Спасибо маме. Хочу передать ей большой-большой привет. Я знаю, что сейчас нас смотрят эту программу вместе с бабушкой. Папа вряд ли смотрит, но ему тоже огромный привет. Дорогие мои родители, я вам очень благодарен за то, что вы есть. Мой дорогой. Значит, здесь ровно посередине 400 и 750. Всегда трактуется в пользу игрока будет 750 очков. Вы имеете право назвать букву, если вы помните задание. А если не помню задание, не называть букву? Нет, да, пожалуйста, называйте, просто буква будет так. О. Буква О. О. Откройте. Ну, если вы видели бокс, представьте себе ситуацию. Боксерский поединок идет. Где можно разместить рекламу? Кстати, это невероятно оригинальный способ, если, правда, вы уверены в победе того или иного спортсмена. Сектор приз на барабане. Приз. Да. Решение. Можете отказаться, тогда эти 2000 очков продолжайте играть. Ну, я уже выбрал тактику получения очков, поэтому я... 2000 очков, буква. Да, это буква К. Нет. А? Ну, что? В ринге два человека, двое. Где можно разместить рекламу? Если вы уверены в победе одного, ну что, на рубашке? На футболке. Ну, ага. 800 очков. Буква. В. Откройте. Значит, на чем еще можно? А? 750. Подошва! И перед нами второй финалист! Ура!
Капитал шоу «Поле чудес». Нокаут падает! Подошвы наружу! От Капитал шоу «Поле чудес» от Первого канала подарки второй тройки игроков в студию! Леонид Аркадьевич, хочу, чтобы вынесли подарки для вас. Подарки в студию! Откуда что? Это корзина с фруктами. Я вегетарианец. И, собственно, фрукты свежие, чай и гитара. Маленькая гитара. Я вожу людей в походы. В походах обычно тяжелые рюкзаки, и каждое место в рюкзаке на вес золота. В общем, и нужно, чтобы инструменты были легкие и маленькие по габаритам. И вот эта гитарочка, это специально для того, чтобы вы ходили в походы и пробовали учиться играть на гитаре. Возможно. Еще там есть коврик для йоги. Давайте поаплодируем тоже Леониду Аркадьевичу. Я знаю, что вы молодой, всегда у вас блестят глаза. Мне хочется, чтобы вы сохранили здоровье, еще на долгие годы дарили нам и всем зрителям радость и от того, как вы ведете капитал-шоу «Поле чудес». Ели фрукты, пили вкусный зеленый чай, играли на гитаре, ходили в походы, занимались йогой. Я просто попала как будто в закулисье. Здесь все, Леонид Аркадьевич, все живое, с усами, все очень хорошо. И интересно. Я надеюсь попытаться, может быть, выиграть финальную игру. Дорогие телезрители, если вы хотите стать участником программы «Поле чудес», отправьте смс с коротким словом «Поле» на номер 4445. Сыграйте в смс-игру. Условия проведения смс-игры на сайте Первого канала. Отправляйте смс-сообщение со словом «Поле» на номер 4445. Я жду вас здесь, за барабаном «Поле чудес». И вновь в эфире капитал-шоу «Поле чудес». Третья тройка. Элеонора Валерьевна Жукова, город Сочи. Анна Михайловна Горбова, город Ростов-на-Дону. И Валентин Иванович Кочнев, город Санкт-Петербург. Давай, Валентин Иванович. Цветы в студию! Вот! Ой, спасибо. Вау! Спасибо. Что значит старая закалка? Ох-ха! Пробрало? Да. О, и меня. Вот задание на третий тур. На церемонии закрытия Московской Олимпиады в 1980 году статисты на трибуне стадиона имени Ленина с помощью щитов выложили изображение олимпийского мишки. Вы должны это помнить. На репетиции один из статистов ошибся и поднял свой щит другой стороной. В результате такой ошибки была сделана потрясающая художественная находка. Какая? А вы помните, о чем идет разговор? Вы были девочкой, а вы не родились еще. А, вы не родились. Вот именно. Вы родились через 15 лет после Олимпиады. Но мне это не помешало, Леонид Аркадьевич, здорового образа жизни, продвижения как по всему миру, по всему Сочи зародить. Я уже 10 лет провожу турниры по мини-футболу среди дворовых команд. Вы? А то. Вы все знаете, что у нас в городе Сочи вся страна готовится поддержать футбольное движение. Весь мир готов поддержать. А вы готовы? Я? Да. О чем вы говорите? Подарки в студию. Пока несут подарки, я хочу сказать, что все, кто знал, как я еду сюда, они хотели вам передать приветы, хотели передать букеты, цветы, жен, все хотели передать, но... Жен? А то, как вас любят у нас в Сочи, вы не представляете. Выезжаю. Все, кто причастен к дворовым футбольным движениям в нашем городе Сочи, расписались на футбольном мяче и просили, может ли Леонид Аркадьевич поддержать футбольное движение и показать свои футбольные мастерские, мастер-классы. Я? А то. Здесь? А то. Покажите, как вы можете... Опа, опа. Отлично. Леонид Аркадьевич, я сегодня привезла вместе с собой напитки домашнего производства.
моя баба Галя, которая живет в Краснодаре, ей 90 лет. Можно вместе с вами поздравить на всю страну бабу Галю с 90-летием? Ой. То, что сейчас рассказала ваша внучка, потрясающе! И ваш юбилей будет отмечать, полагаю, вся страна. Я вас уверяю. Дай вам Бог многих лет. Я приеду к вам на 100-летний юбилей. Удачи, здоровья от нас, от всех! Но давайте начнем вот с чего. Тут посередине есть сектор 500 очков, есть призовой сектор. Все очки, которые у вас не было, умножаются зато на 2. Отлично. Так 500? 500. Буква? Буква А. А что мы угадываем? Мы угадываем, что один из статистов во время тренировки... Не продолжайте, откройте! А муж играет в футбол? Муж футбол любит, играет, помогает. И у меня моя доченька, когда мы проводили 9-й турнир по футболу, в маленьких кроссовочках пришла на стадион и тоже нас поддерживала. 750 очков. Буква... Я готова назвать слово. Букву сначала проверь себя. С. Буква С, откройте. Что это? Одна маленькая, тоненькая слезинка, которая сделала историческое событие. Но тут я вынужден признать победу. Перед нами финалист «Капитал шоу» Поле Чудес. Дорогая моя, здрасте. Здравствуйте. Откуда вы? Я из Ростова-на-Дону. Ну, что там происходит? Я любимый Ростов, я передаю привет. Новочеркасск. Гостинцы в студию. А что вы там делаете? Я пенсионерка. А чем занимались до этого? Ну, я на заводе работала. Кем? Продавщик старший. О! Это донская рыба. Ой, ой. Это передал вам хороший человек, топчий Юрий Александрович. Боже. Он передает вам привет и гостинцы. Боже мой, какой запах. Я в жизни своей этого не попробую никогда. Да. Любимый муж, привет. Сыночек, Сережа, привет. Дочь, зять, внучок Дима, привет вам всем с Поля Чудес. Как вас зовут? Аня. Ну что, Аня, вы Анна. А как ваше отчество? Анна Андреевна. Анна Андреевна? Здрасте. О, боже мой, Анна Андреевна. О, а простите, а вот этот капитан дальнего плавания, кто это такой? Мой прадедушка Валешок. Прадедушка? Что вы умеете делать? Я приготовила для вас подарок, танец «Калинку». Приехал. Мартин, внук Горбов Мартин. А мальчонка за время пути. Подрос. Здоров, как зовут? Мартин. Отчество? Сергеевич. Мартин Сергеевич, очень приятно. С чем вы к нам в красном? С песней к чемпионату мира. Наш город ждал этот праздник футбол.
От капитала в шоу «Поле чудес». От Первого канала подарки третьей тройки игроков в студию. А тем, кто не выиграл, эти кружечки. Подарки в студию. Конечно, мечты сбываются. Спасибо программе «Поле чудес», все, кто помогал, организовывал. Кому не передала приветы, извините. Мечтайте, пишите и выигрывайте. Дорогие телезрители, давайте подведем итоги нашей викторины. На ваших экранах фамилия победителя. Им всегда можете стать и вы, если пришлете СМС на короткий номер 4445. И слово «поле». Больше ничего. И окажетесь вот здесь, за барабаном «Поле чудес». Повторяю, пришлите СМС номер 4445 с коротким словом «поле». И вы окажетесь здесь, за барабаном «Поле чудес». И вновь в эфире капитал шоу «Поле чудес». Финал. Прошу. Вот задание на финальный тур. Шахтеры графства Йоркшир в Англии когда-то придумали довольно жесткую игру, которую назвали «Харьковые штаны». Смысл в том, чтобы как можно дольше удержать в своих штанах разозленных хорьков. Это не шутка. Правилами запрещается подпиливать зубы зверьков, напиваться и надевать трусы. Хорьки должны свободно перемещаться из одной штанины в другую. Что еще запрещается во время этих соревнований? 750 очков, буква. Давайте «А». Откройте. Это не 750 очков, это 1500 очков, если я не ошибаюсь. 500 очков на барабане, буква. Давайте букву «К». Буква «К». Откройте. Кошмарные соревнования. Сектор «Триколор ТВ» на барабане. Подарок в студию. Теперь это ваше. Вот что должно быть у каждого нормального человека в доме. «Триколор ТВ». «Триколор ТВ». «Триколор ТВ». Выбор миллионов. Подключайся. Буква «П». «П». Откройте. Слово назовете? Да, слово «плакать». И перед нами победитель. И всем финалистам подарки в студию. Целый набор моего любимого чая. Конечно же, это Азер-чай. Азер-чай. Любимый вкус всей семьи. Вы набрали на программе 4500 очков. Можете материализовать вашу победу, ваши очки. А можно жену с детьми позвать, помочь с выбором. Прошу вас. Набор бытовой техники. Набор бытовой техники для кухни. Музыкальный синтезатор. Музыкальный синтезатор. И что еще? Думали, что ужин в ресторане, ну ладно. Значит, набор бытовой техники для кухни, музыкальный синтезатор и ужин в ресторане на двоих в студию. Спасибо. У нас, кстати, большая семья. У моей мамы 6 детей. Довезете? Так что всегда пристроим. Я понимаю, довезете? Да, да. Нет, я почему спрашиваю, потому что вы будете играть в супер-игру, я понимаю. Это же богатство можно увеличить. Вы выиграете еще и супер-приз. А если угадаете все три слова, уедете отсюда на машине. Лучше синица в руках, чем... Утка под кроватью. Ну так что, супер-игра или нет? Это абсолютно ваше право. Вы победитель! Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Весна, хорошей погоды вам, солнца в глаза и солнечных улыбок. Дай вам Бог. Ой, на самом деле не верю до сих пор, что победил. Очень невероятно было все, что произошло. Очень быстро. Слава Богу, что слово оказалось незнакомо. У меня жена закончила музыкальную школу фортепиано, поэтому она всегда мечтала о синтезаторе. Обязательно дома будем играть и дочек приучать. А подарки посмотрим по надобности, кому-то раздадим. У нас очень много родни.